Апрель пророс, как слово никогда, не сможет прорасти нигде на свете. В апреле так чернеют провода, как будто их нарисовали дети, как будто все нарисовали мы в далеком, невозможном детстве, где от зимы до следующей зимы 100 лет на черепахе ехать. Но все это слова, стихи и ложь, и сказка совершенно без намека. Но ты так медленно по городу идешь, что кажется, сейчас еще немного, еще чуть-чуть, и завершится чудо с апрелем, маем или январем, когда мы все не будем или будем, когда мы все когда-нибудь уйдем, когда мы все когда-нибудь вернемся туда, где были раньше, чем родились, в страну, на солнце или же за солнцем, поймем, что никуда не уходили, что тот и этот свет — единый свет, что нету ни вопросов, ни ответов, и главное, хоть главного и нет, что вот опять апрель на свете и девочка в беретке, лет 6, цветным мелком асфальт черкает. «Чего рисуешь?» — говорю. Она глядит вокруг и говорит: «Не знаю».